Запишите, что жест должен быть точным, четким. Жест должен быть четким. Почему? Если я делаю четкий жест, четкий, он как бы ясную информацию несет. Если же я делаю какой-то быстро, не доделываю, кажется, что я суетливая и, опять же, неуверенная в себе. Поэтому жесты должны быть очень ясными. Вот как вы делаете «тынь», точно так же должен быть жест и указательный. Смотрите, ведь лучше, когда я делаю вот так вот. Или я делаю вот так. То есть тогда непонятно, что же я сделала, что я произвела на свет. Потому что движения несут очень много информации. Визуальная картинка несет больше информации, чем слово. Вот я что-то меняю, например, ближе к камере становлюсь. Визуальная картинка намного более привлекательней, изменения в визуальной картинке, чем в словах. Мы слова вообще очень плохо воспринимаем. А вот картинки... как мы воспринимаем картинки? Намного активнее, чем слова. Если посмотреть на человеческое восприятие, то мы там что-то около 80% воспринимаем визуально информации. Только потом мы воспринимаем, как мы говорим. И уже в конце мы воспринимаем какие-то 7% несчастные, что мы говорим.